Итак, есть старт. Виталий Бабченко лидирует, Богдан Зайченко преследует. Близко Зайченко, есть постановка. Неплохо, близко Зайченко, Бабченко широко под бетон. Зайченко при этом, синхронная перекладка. Бабченко, хороший выход на третью зону. Зайченко не отпускает своего лидера. Раньше перекладывается Зайченко, чуть больше угол, перекладка синхронная и... Богдан Зайченко уже занял. Итак, у нас есть старт. Аккуратно проезжает шикарно Богдан Зайченко. Пилоты устремляются в зону постановки. Есть Зайченко, хорошо. Бабченко далеко. Зайченко широко снимает багажник Зайченко. Бабченко близко перекладывается за Зайченко. Бабченко. Ой-ой-ой. Зайченко широко при этом. Бабченко, что-то происходит не то. Зайченко мимо своего же бампера и багажника. Что случилось с Бабченко? Давайте посмотрим еще раз повтор. Богдан Зайченко проходит в топ-8. Итак, судьи готовы, пилоты готовы, есть старт. Владимир Кондрецкий лидирует. Богдан Зайченко его преследует. Есть постановка синхронно Зайченко. Кондрецкий узковато проезжает колесом по линии ноу-гоу. А есть вторая внешняя зона в исполнении Кондрецкого. В третью зону чуть поздновато заезжает Владимир Кондрецкий. Богдан Зайченко просто прилип к двери. Синхронно близко Зайченко. Синхронно близко Зайченко. Ух! Судьи готовы. Есть старт. Богдан Зайченко лидирует. Владимир Кондрецкий преследует, не отпускает своего лидера на постановке. Хорошо Зайченко. Широко во второй зоне Зайченко. Кондрецкий близко. Перекладка Зайченко после чупа-чупса, как и было задано судьями. Кондрецкий немножко зауглился на после перекладки и приотпустил своего лидера. Здесь перекладка близко в исполнении Кондрецкого, и Зайченко здесь уже отъехал. Богдан Зайченко проходит в топ-4. Это полуфинал! Поехали! Юрий Рак лидирует, Богдан Зайченко преследует. Есть постановка Зайченко синхронно, близко за Раком Зайченко. Хорошо, Рак узковато во второй зоне. Перекладка синхронно Зайченко. Подстраивается под своего лидера Зайченко. Как хорошо отрабатывает перекладку и третью зону Зайченко, хотя и находясь узко. Здесь синхронно, близко Зайченко, синхронно, близко Зайченко. Богдан Зайченко лидирует. Юрий Рак преследует. Пилоты устремляются в зону постановки. Есть постановка. Зайченко ставится в большой угол. Рак рядом. Зайченко глубже во второй зоне. Рак рядом. Перекладка. Рак близко. Хорошо, Рак. Близко, Рак. Зайченко широко. Облизывает чупа-чуп Зайченко. Перекладка. Глубоко Зайченко. Четвертой зоне. И синхронная близкая перекладка в исполнении. Богдан Зайченко проходит в финал. Трибуны, вы готовы? Есть старт. Дрифтовский лидирует, Зайченко преследует. Постановка Зайченко. Синхронно, но далековато. Подъезжает Зайченко к Дрифтовскому. Есть вторая зона от Дрифтовского. Зайченко раньше перекладывается, чем Дрифтовский. Дрифтовского не получается перекладка. Зайченко пристраивается в дверь прямо к своему лидеру. Перекладка синхронно Зайченко. И еще раз синхронно перекладывается Зайченко. И мы готовы смотреть ответ. Богдан Зайченко лидирует. Юрий Дрифтовский преследует. Есть постановка. Синхронно. Дрифтовский близко. Зайченко забирает вторую зону. Перекладка. Дрифтовский. Синхронно. Ай, заугливается Дрифтовский. Заезжает на узкую траекторию. Хотя и Зайченко тоже не слишком широко. Дрифтовский обгоняет по факту своего лидера. Перекладка. Дрифтовский здесь аж пристраивается. Близко. Хоп-хоп и финиш. Победитель третьего раунда Bedlock Pro & Drift. Богдан Зайченко! Богдан Зайченко, Юрий Дрифтовский, Юрий Рак, ваши аплодисменты!